О результатах работы в 2018 году говорили и в ГИБДД Чувашской республики. Хотя количество ДТП сократилось, поводов для беспокойства по-прежнему достаточно. Безопасность дорожного движения – одна из самых проблемных тем не только в республике, но и в стране в целом. Только в Чебоксарах за прошлый год зарегистрировано 546 дорожно-транспортных происшествий. Это почти на 6% ниже, чем в 2017 году. Тем не менее, количество погибших по итогам прошлого года выросло. В Чувашской республике 1250 дорожно-транспортных происшествий, снижение на 8,8% самих ДТП. Погибшими 162. С ростом вышли по аналогичному периоду прошлого года на 2 человека больше. Это, значит, выставились те ДТП, которые люди уже скончали в больницах. Нарушение правил проезда пешеходного перехода, несоблюдение очередности проезда и дистанции – основные причины ДТП. По статистике, самый аварийный день недели – понедельник, а наиболее вероятное время ДТП – с 6 до 9 вечера. Управление ГИБДД МВД по Чувашской республике просит и водителей, и пешеходов быть внимательнее на дорогах. И в случае необходимости помогать органам. Как, например, Андрей Шамеев. Именно он помог ГИБДД найти виновного аварии на трассе М7, когда водитель сбил женщину, оттащил в сугроб и уехал. Участник дорожного движения выполнил свой не только гражданский долг, но и человеческий долг. Быстро сообщил рядом находящийся экипаж дорожно-патрульной службы, и данное преступление было раскидано. Юлия Важенина, Олеся Русакова, Игорь Зверев, Республика.